поразмовляли і розійшлися. Я пропоную зробити більше сенсованим, зробити таку кшталту дорожньої мапи. У нас є вже певний граф в нашому кругу села. Дякую, Зміця. Шановні колеги, я буду модерувати нашу сьогоднішню дискусію. Як мені подається, у нас є шикована можливість розглядеть важную тему свободы мирных сходов с разных ракурсов, с разной оптики. Наступное, значит, напевно, треба отзначить, что право применения навод этого закона у разных регионов, мало того, что оно суперечит законодавству, и оно, кроме того, и разное. Плюс в практике великая проблема, что последние два года законы полиции, звичайно, присутствуют на мирных сходах не обозначены. Без форми, навіть коли не підійшли до форми, як ми можемо ідентифікуватися, там, що немає працівних карток, ніяких номерів. І плюс ми часто звертаємо увагу на те, що є певні проблеми з тим, як можуть свободно працювати журналісти під час мирного сходу, наскільки свободно можуть самі назиральники виконувати свої функції, і ми так само на це особливо звертаємо увагу. Ситуація складана, і складана на тим, що влада фактично, я вже говорив про це, знищила громадянську супольність, особливо на периферії. Партии действуют только в центре, фактично, на окраинах. Одинки где-нибудь зарегистрированы только. Партии не зарегистрированы, места в регистрации не дают. А, у квартирах нельзя, все, регистрироваться не могли. Партии фактически не процессуют. И ситуация очень складная с этим, потому что влада не хочет слухать свой народ. Не хочет и не слухает. Бог толкования на вот існуюче законодавство, оно неправильно. Таким чином, я лишу, что треба еще окреслить по выниках правосудного слова, что мы сегодня план действий. Мы закликаем, ну, далее ненавидеть працевать по неким плане и сделать это не раз. У нас есть коалиция небраческих организаций, которая готовила свои предложения, свое видение того, как необходимо развиваться в тех или иных сферах, в том числе в рамках свободы, в рамках реализации свободы собраний. И по итогам второго цикла универсального политического обзора Беларусь приняла одну рекомендацию, которая так или иначе относится к свободе собраний. Это рекомендация 129.061. Ее суть заключается в том, чтобы страна гарантировала условия для того, чтобы правозащитники могли осуществлять свое право на свободное выражение мнений, свободу собраний и ассоциаций. То есть это такое косвенное признание того, что какое-то движение в области свободы собраний государство будет проводить. Это круглый стол был такой спробой диалогу по проблемам мирного сходу в Беларуси, на котором нам удалось затронуть шмат проблемных тем, какие проблемы конкретно у региональных представников правоохранительных органов, которые намагаются, какие проблемы больше глобальные на уровне закона, на уровне того, что можно с этим делать. И дякую, что делу депутатка была представников, была возможность подумать, как это можно менять на законодательном уровне. И ближайшим часом планируем распрацовать звороты, сбегнуть наши инициативы и распрощать процесс Мы инициировали этот круглый стол, потому что на регионах Беларуси панует беспредел и самодурство местных владов, которые ожидают, как неводное мероприятие, по сути, демократичными организациями не проводилось. Они на этом делают карьеру, как мы видим на примере некоторых. Як я казав про город Новополоцьк. І ми вирішуємо, що треба далі просовувати і цю ідею, і ініціативу, і ми розпрацюємо дорожню мапу, яка буде і пропонувати по зміні законодавства, і ми будемо відсочувати, як виконується той законодавство, що є. Це мероприємство було присвячено дуже злободенній темі, темі ситуації зі свободою мирних сходів у Білорусі. Білоруське законодавство і практика тут дуже обмежувальна і дуже моцно лимитуя можливості проведення мирних сходів. Мне подается, что улады в этом перегибают палку и домогаются того, что в Беларуси, когда уж проводится сход, то он, напевно, проводится громадянское неподпорядкование, не мирным чином. Зараз, на мой погляд, сприяльная ситуация того, как потребовать от улады изменения этого негативного законодательства и скасования той негативной практики, якая в этой галине існує.